Специалисты Роскосмоса следят за полетом европейского спутника связи, который ориентировочно уже через полчаса должен выйти на целевую орбиту высотой в 35 тысяч километров. На промежуточную орбиту аппарат с разгонным блоком успешно вывел ракета-носитель «Протон». Старт состоялся этой ночью на Байконуре. Спутник предназначен для цифрового телевещания и передачи данных на территории Европы. Это был первый космический запуск с использованием «Протона» в нынешнем году.